я подготовила 4 черновых заготовки грызунков. Морковка, подводная лодка, это будет космонавт, и рыбка. И я подошла к этапу фрезерования. Я буду скруглять кромки, и вы видите мой старый фрезерный стол, который я сделала больше года назад. В нем стоит... В нем стоит ручной кромочный фрезер, и часто не хватает его мощности, поэтому у меня появились некоторые обновки, которые я сейчас и покажу. Короче, я ее открыла кверх ногами. Ну, собственно, наверное, вы уже догадываетесь, что это такое. Это фрезерный стол. Это его чугунная платформа. И сюда я установлю свой фрезер Тритон. Трайтон. Он сюда уже идеально подходит, и к нему никаких не надо вспомогательных переходников или чего-то еще. И сейчас покажу, что в остальных коробках. В этой коробке находятся такие интересные штуки. Это задвижки, которые я хочу установить в систему стружку удаления. Они как раз стыкуются с трубой диаметром 100 мм. И я пущу эту трубу от стружка отсоса, клёночной пиле и фуганки. А это новые слайдеры для ленточной пилы. Мои уже износились, поэтому поставлю новые. Вообще в будущем буду заказывать ролики. Это настоящие столярные тиски. До этого у меня были только слесарные тиски, в которых плохо было зажимать дерево, потому что они все его повреждали. А в эти тиски я установлю деревянные губки, и все будет удобно обрабатывать. Вот такая вот обновка. И еще к этому фрезерному столу пришло основание. Ну, его я сейчас не буду показывать. Когда соберу, все будет понятно.